Этот хлеб сейчас страшный в этот момент броситься может. Обслуживает эту самку. Гека! Не будем провоцировать. Гека! И так остановился. Гека! Хозяин, ты не, мы с Виталиком не претендуем. Да. Все. Не такая она и симпатичная, эта самка. Есть гораздо интереснее. Делать. Герда, ты куда? Нам один фотокадр нужен. Герда! Герда! Ай, Герда! Ай, Герда такая хорошая! Садись! Герда! Герда! Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих попой! Ага. А там же щука. Герда, а фотокарточку на память? Да, это важно. Скажи, хватит, сегодня уже были фотокарточки на память. Скажи, пусть щука отдувается. Он вожак. А, наверху как красиво пошла. И туда шмык. Щука, ты куда? Скажи, я за Гердой, дай поверить. А Тёма тем более, он такой. Тёмы всегда неотложные дела, подраться. Он красиво, как чук, да, вожак сверху смотрит на свои владения. Шикарный лев. Ну, нет, ну днем на сафари она сфотографировалась все-таки. А, если бы еще щуку такую гриву, как у Марселя, вообще был бы.